Всем привет. Всего каких-то 18 дней. И приехала посылочка с Алиэкспресс. Такая вот очень большая коробочка. Которая находится чучело одной очень умной птицы. Ух, тут все лишнее убираем. Ну так и есть, такой бархатистый на ощупь. Ну это как бы ворон, больше-то походит, да, чем на ворону. Но опять же недорого, в принципе стоило относительно, конечно, недорого. Ссылку дам под видео, не помню, если честно, цену уже, чтобы не обмануть. Ну интересно глянуть, как вороны будут реагировать на такое чучело. Ну тут в общем, что мне понравилось при заказе, есть прищепочка, можно его как бы так за веточку цепануть. Как оно там будет типа висеть, сидеть на дереве. Здесь еще воспользовался манком, может быть слетятся вороны на ворона. Ну вот, в общем, такая вот игрушка, можно сказать, даже игрушка чучело. Ладно, всем пока, еще увидимся.